Пакистане в субботу утром открылись участки для голосования. В стране проходят всеобщие выборы, в том числе в Национальную ассамблею, по результатам которых будет сформирован кабинет министров. Впервые после нескольких десятилетий правления военных власть в стране будет передана от одного гражданского правительства другому. Социологические опросы предрекают наибольшее число мест в Нижней палате парламента трем политическим силам – Пакистанской народной партии, Пакистанской мусульманской лиге и Движению за справедливость. По всей стране принимаются особенные меры безопасности. В течение последних недель, предшествовавших выборам, в Пакистане наблюдался всплеск террористической активности. Новые теракты талибы обещали устроить и в сам день голосования 11 мая.